Во-первых, мы сами самостоятельно никогда не решаем, мы обязательно привлекаем население. По решению жителей города Ишима была выбрана вот такая территория, это Березовая роща. Там будет хорошее общественное пространство обустроено, это и игровая зона, спортивные зоны сделаны будут, пешеходные дорожки. И, по крайней мере, я думаю, что это тоже будет очень хороший благоустроенный проект для того, чтобы жителям уже можно было не обязательно, как у нас было, если мы северной части микрорайона обустроили, и с западной части через весь город люди ехали вот, и там отдыхали, проводили свое свободное время. Сегодня у них зона такая благоустройства будет расположена в западной части города. Мы два общественных пространства в этом году отремонтировали за счет федеральных средств. Это первое по улице Карла Маркса 37, 37А, 37Б. Там между двух домов пятиэтажных такое пространство было свободное, значит, территория, вернее, значит, что вся заросшая бурьяном и прочее. И сегодня там появилась хорошая спортивная площадка. И это позволит рядом, если я не ошибусь, около 40 примерно домов многоквартирных, которые вот именно дети могут проводить свое свободное время. Мы также участвовали, это федеральный проект Министерства спорта Российской Федерации. Нашему региону было выделено 4 умных спортивных площадки. И 3 это смонтировали в городе Тюмени, и одна появилась в городе Ишиме. И это тоже очень прекрасная площадка в западной части микрорайона, где сегодня хорошее футбольное поле, воркауты, малые архитектурные формы. И сейчас мы еще планируем там в зимний период времени залить это ледовый корт для занятия сегодня хоккейным спортом.